Сеть агентств Viking Touristic предлагает вам тур в Египет на отдых в отеле Fort Arabesque продолжительностью 7 ночей на 2 человек. Отель Fort Arabesque имеет высокий рейтинг на сайтах Top Hotels и TripAdvisor по версии пользователей. Стоимость тура с вылетом из Минска от $1990 из Киева от $980. Хотите на отдых сюда или в другие отели? Мы вам поможем. Закажите звонок на сайте Vikingbuy, и мы подберем лучшие направления по вашим запросам. А также у нас есть удобная система онлайн-бронирования и оплаты для самостоятельного подбора тура по лучшей цене. Ждем вас в наших офисах. Хочешь быть в курсе последних новостей туризма? Подписывайся на наш канал, и ты будешь всегда знать, что происходит в отелях, что нового, что изменилось. Этот канал для вас. Подписывайтесь на него. Отель Fort Arabesque. С четвертым, но очень дорогая. Здесь отдыхают европейцы. 1300 сейчас стоит, дороже, чем многие пятерки. Лобби небольшой. Отель довольно-таки старый. Он такой своеобразный в своем стиле старины. Бар справа, территория, небольшая территория, видим, сразу же море видно с лобби. Территория отеля зеленая, небольшая, в основном отдыхают иностранцы, русских туристов, русскоговорящих здесь не так много. Он такой домашний отель, номерной фонд он сейчас реновируется, мебель и окна, они такие старые, как будто 80-е годы, но очень уютно, комфортно в этом отеле. Зеленая лужайка, пальмы. Есть детский клуб, он с 4 до 12 лет. В отеле нету Wi-Fi бесплатного, только платный. 1 час 2 евро, сутки 5 евро и неделя 20 евро. Вот он пляж, не так далеко. Видите, справа есть кораллы, небольшая плита. А дальше песок, вход в море песок. Можно, в принципе, без специальной обуви. И до глубины здесь не надо долго идти. Нету у отеля своего никакого понтона. Хороший пляж, песчаный. Такой для релакс-отдыха приятный отель. Viking Touristic. Отдых покупают на viking.by. У них есть телекарты страны, они платные, нету бесплатного посещения. Платных этапочек у них нету. У них есть анимация софт, легкая, это волейбол, там какие-то такие вещи, но нет активной анимации, вечером проходит шоу-программа. Чайный комплект у них только в Суперио, в стандартных номерах нету. Family у них большие номера. Hello. Вот такой бар на лобби. Это главный ресторан. Либо булочные изделия. Салаты. Ага, вегетарианская еда. Котлеты. Макароны. Рыба. Плов. Мясо. Ага, здесь фиш. Ага, вегетарианская. Окей. Биф. Ага, мясо. Рис. Рис.
Ага, здесь курица. Угу. Картошка. Это. И итальянская курица. Ага, здесь еще уголок пасты. Готовит. Зелень. Пиццы. И суп. Томатный. Сладости. Из фруктов здесь финики, грейпфруты, дыня, алгава. 205 номер, стандарт. Душевая кабина. Все свежее, новое. Номер большой, кровать. Телевизор здесь старый. Большой балкон. Такой отель, номер, как будто бы в прошлое попал. Старина, 70-е, 80-е годы. Ну, колоритно очень. Викинг Туристик. Проверенное качество отдыха по выгодным ценам на viking.by. Друзья, спасибо за просмотр. Подписывайтесь на мой канал. Ставьте лайки, пишите комментарии. С вами был Лысенок Евгений.